The Art Newspaper Russia – главная газета России об искусстве. Последние тенденции и новости мирового искусства. Календарь главных событий, новые лица и новые течения. Актуальные рейтинги, новости арт-рынка, авторитетные мнения экспертов со всего мира. Исчерпывающая информация об арт-рынке от профессионалов. Удобная подписка на газету и свежие новости онлайн на сайте theartnewspaper.ru. The Art Newspaper Russia – главная газета России об искусстве. Уважаемые дамы и господа, приветствую вас на церемонии вручения 4-й ежегодной премии The Art Newspaper Russia. Я надеюсь, что эта церемония поможет показать, как много у нас прекрасных музеев и выдающихся выставок, талантливых архитекторов и интересных книг, щедрых и любящих искусство людей. Премия в номинации «Музей года» присуждается Музею современного искусства «Гараж, Москва». Я бы, наверное, хотел сказать, что мы частный музей, и это, мне кажется, прекрасно, потому что если мы с вами обратимся к статистике до революции, то еще в 1900 году 82% меценатских и благотворительных учреждений были основаны частными лицами, и мне кажется, это должно возвращаться в Россию. Мы должны делать именно сами больше всего и прекрасного. Премия в номинации «Реставрация года» присуждается Всероссийскому художественному научно-реставрационному центру имени Грабаря и Государственному Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику за реставрацию иконы «Богоматерь Боголюбская», XII век. Благодаря современным технологиям, благодаря профессиональному труду реставраторов, произошло чудо. И сегодня мы видим лик XII века в авторском исполнении. Премия в номинации «Книга года» присуждается издательству «Новое литературное обозрение» за серию «Очерки визуальности». Это вообще страшно приятно, когда вот издаешь книги, а их потом берет и кто-нибудь читает. «Очерки визуальности» продолжает и развивает основную стратегию издательства «Новое литературное обозрение», а именно модернизация гуманитарного знания в России. Здесь мы можем увидеть столкновение различных исследовательских практик, методик, а что делает поле культуры и науку о ней единым многоуровневым пространством. Премия в номинации «Личный вклад» присуждается Стелле Кисаевой. Основные, конечно, люди во всем этом – это наши художники. И мне бы хотелось разделить этот приз со всеми вами. Спасибо большое. Премия в номинации «Выставка года» присуждается Государственной Третьяковской галерее за выставку «Валентин Серов» к 150-летию со дня рождения. Выставка, которая собрала такое огромное количество зрителей, она отражает то, что происходит сегодня в обществе, когда для людей посещение музеев, знакомство с искусством, с творчеством того или иного мастера становится, ну, без преувеличения, жизненной необходимостью. Мне кажется, это здорово и замечательно, что побеждают выставки русских художников, выставки русского искусства, и мне кажется, что это повод для нашей с вами общей радости и гордости. Благодарим наших партнеров.